У кого какой пресет был? Народ. Я был второй. Второй, да? Ну тогда это. Тебе все скажут. Это называется такой без палки, а с кнопками управления. Это вверх, вниз, слева, вправо. Там надо. Он делает пьяный и перекатан такой. Подожди. Сейчас реально. Там пропал вообще. Хочется снимать. Экшен! Правда, слушай, погоди, теперь я снова нажму. Главное, то, что ты ссылку написал. Убедиться. И кто... Убедит слепоте. Если только контрфик. Мы сделали, с бабушки. Нет, это женщина. Я старался, я думал, как мог. Почему? Искал кнопку. Хэлл. Помнишь? Ты вообще был знатный выбор. Предлагал. Одноглазый бой. Дружный бой без крови, да, смешарика. Смешарики кидают ножами, смешарики кидают. Смешарики кидают ножами. Thank you.
razu. Я лично болею за футболистов, которые там сзади. Болею против нас. Я болею за Санта-Клауса, который на оленя должен прилететь. Он не появился, за него не надо болеть. Ну, конечно, не надо. Кенши, говорят, у нас топ-тир, но... Но не в моих руках! Кана напрыгивает, миксит. Он использует болезнь Кенши того, что он не любит перепрыжки и напрыжки. Вот, и дальше 10 метров.
Кана наказывают, на этом карму с помощью Бола, и вот Бол прилетает. Райзен карма, Райзен карма, сейчас удар плечо. Нет, еще одна Райзен карма, еще, новая, это братик. Кана машет ручками. Так, Кана допрыгивает, здесь Такенши, и показывает главу комбо. Плохая комба, 50 хитов на 20%. Да, красава. Красав, конечно, обычно. И Кана побеждает. Выходит он дальше в лузера, лузерить. Кана продолжает лузерить, а я вылетаю. Сейчас у нас играли два инвалида, один на стике, другой на хитбоксе. А, прикинь, давай сам. Ты поменяйся. Давай вторым, наверное. Стик на хитбоксе? Да, не одна. Стик. Знаете, что у хитбокса кнопка? Движение. Длинный хитбокс. Этой штукой. А у него на кнопку. Вот это был бой. Еще у одного покупной, у него самодельный. Они все самодельные. Просто где-то делают дети в подвале из Китая. Стик полки победил, да. Прозрачно. Сейчас у нас будет играть венера. Сейчас это бутылка венеров, как я понимаю. По очереди. Или лазеров должно быть еще раз, по идее. Нет. А, нет, нет, нет. Он вышел, я вышел, сказал, я разыграл, вышел, то есть уже очень закончил. Я находил этот самый, который и на туда, и на туда. Да, да. Кто Венера, ты с кем играешь? Чтобы ловить. О, вас там еще. И кто-то, сам Иван, это типа кто-то, да? Он аккумулирует, скорее всего. Итак, сейчас будет матч Палар против Витязя. Еще можно одновременно приехать. Да, ну что, пустишь меня назад, Сережа. Ты не комментируй, да. Ты что-то там сидишь, там говоришь, вот кому сделано, а там типа, вот. Видите, а что вы... Короче, ты не хочешь уходить, да? Да, нормально, Райс комментирует. Нет, смотри, еще слава стос. Так это следующее... Всю нас это не оказывает, не оставь. Кого? Игроки? Только игроки? Только за сеткой следите, сетку обновляйте. Итак, я показываю вам игроков. Соответственно, увидели с правой стороны, в правой половине экрана Витязя. Полуфинал 1, полуфинал 2, а потом полуфинал венеров. То есть, короче, сначала играется вот это, а потом только вот это. Еще, короче... Ты сейчас вот эти играешь, потом эти снизу, а потом... Нет, ну, если так без разницы, то да, можно играть дальше. Смотри, сначала играется в верхней сетке. Просто раза вдохнут, а то так и... Просто обычно венера последняя. Ну, поняли, поняли. Хотим финала. Так. Ты чё, все знают? Чё, все знают? В смысле, что знают? Прям может победить. Нет, да, делает батон чек, скорпион против Сабзира. Кто? Все, игроки настроили свои клавиши, готовы заплатить друг друга. Сейчас, наверное, будет какой-нибудь хидден селект. Хидден, а потом рэндом. Витязь не боится, он напрямую берет своего мейна, не боится контрпика. Он уверен в своей победе, победе Экскартвилла. Игроки жмут себе друг другу руки, чтобы не было обидно проигрывать, наверное. Респект выражаю. А, они друг друга уважают, точно. В шахматах, когда играл, точно так же делал. А потом это все плохо. Итак, Сабзира пускает белый луч в Соню, такой длинный, экзовый. И пытается забрать его в угол своим братком Кроном. Соня делает X-чип и делает комбо. И прыгает прямо в Крона. Сабзира! Хороший антиэр, как обычный антиэр. Соня делает какие-то прыжки. Сабзира говорит, что вместо женщины должно быть в углу. Гонит ее туда. За клоном. Скорпил в одну сторону, в другую сторону. Да, но он не на полок, а на все-таки не отстал. Итак, вот он. Сабзира забил Соню в углу. Красавчик. Хороший антиэр от Сони через единичку. И хороший конфликт после брейкера слайда. Ну после заморозка на красавчик. Заморозка в упор наказания и теперь спасение от D4. Заметьте, Соня на зоне Сабзира и нарывается на два клона.
Я напомню, что матчап, по идее, в пользу Сабзира, потому что Соня не может на Соню позвониться, она только может экс-колесо использовать. Все, если ты без метра, ей тяжело будет выйти из клона прессинга. Но вот теперь Сабзир оказывается тяжело. Хороший антиэйр, но слишком глубокий, поэтому Сабзир 3-2 дропнулся. Заворотилась сильно. Сейчас можно. Сквил, я угадал! Опять Соня делает грязь. Видно, что игроки очень напряжены. Стараются. Так, трейд опять-таки в пользу Сабзира на скрине Заворотский и назовем это Projectile Sony. Делаем бросок, зажимает ее в угол. Sony выбирается из угла с Сабзиром. Ой, будет с Сабзиром. Опять трейд в пользу Sony. Сабзира делает грязь. Сейчас, наверное, будет брейкер. Нет, сейчас будет что-то... Да, был брейкер. Итак, Сабзира забивает Соню. Будет ли сейчас контрпик? Смотрим. Контрпик. Или смена арены на более длинную, как возможно. На более короткую, да. Сейчас Витязь возьмет смоук, и пока кто топ-1 смоук Санкт-Петербурга. Саб-Зиро. Тебе, да? Тебе. Персонально просто. Можно взять Кабала еще. Кабала, Сектор, либо Кунглау. Витязь у нас уникальный, он играет за многих персонажей. Все хотят, чтобы Витязь выиграл, потому что не хотят с ним встречаться в сетке лузеров. То есть все лузера так хотят, естественно. Бараки не было, да? Тяжелый выбор. Понятно, взяли... Я не видел, взяли ли другой костюм. Я вообще сейчас играю. Что? У кого есть пад беспроводной на фриплей? Дайте серый пад. Это мой. Ты серый играешь? Да. Дай вот следующий играешь. Нет. Я пад Игорита. Кому не жалко пад на фриплей? Итак, Соня начинает грязь. Экс-карт-вилл. Все беспроводные, ладно? Вот он был картон. Дайв-кип блока не доказался. Опять Сабзира зонит свою кое. Опять Сабзира знакомит Соню с углом. Экс-карт-вилл. Грязь, как обычно, после брейкера слайд. У нас отключился звук. На заднем фоне катаются машинки. Сабзира делает какие-то учительные вещи, которые я тоже не знаю, как избегать. Ну все, и вот он, инстант дайв-кик. Примерно инстант, полуинстант. Теперь Сабзира в углу. Как думаете? Вот я думаю, Соне стоит просто выйти из угла, чтобы вот... Вот такого больше не было, и зонит на скрине скрина. Такой интересный антиэйр с помощью Projectile и через D1 показания на дальнейшем. Стерва. Вот Сабзир опять показывает грязь. А теперь Соня показывает свою грязь. У меня еще есть куча метров на картвиллах. Вот, они выходят наконец на дискрин, Соня здесь чувствует себя получше, потому что она не будет садиться в игру. Сабзира использует зоровую луч синий, чтобы заморозить Соня. И делает фан-сейв блок. Стреляет пульки. Соня хочет зазонить Сабзира до смерти и чипом убивает. И дырявым. Так, один, счет у нас 1-1 в пользу ничьей. Очень долгий матч. Из-за дружбы тогда вообще. Противники терпят друг друга. У кого накопится метр, используют взовы и грязь. Кто бы говорил? Каждый раз. Так, метр вид получает Соня и начинает комбо. Похоже на начало прошлого раунда. Так, Соня замораживается. И Сабзира выталкивает из угла, но Соня как попадает в угол. Отличное читание и заход в клон. Ну, это карте было. Соня, кажется, привык, как Сабзира начинает его отнять.
Будете брейкать, неизвестно, скорее всего, нет, так как там уже всех чуть-чуть осталось сабзиров. Так. Сабзира. Проигрывается. Итак, у нас матч-поинт Витязя. Это небольшой метролит у Сабзира. Мы видим, как на заднем фоне карты какой-то чудище разрушает здание, и солдаты стреляют ракетами. Ну и тут идет брейкер от Sony. Итак, ансейв-блок мы наказуем. Хороший антипросад сделал от Sony. Сабзиру приходится брейкать, и он делает напрыжку. Оставляет Sony ледышки. Стоит еще одну большую свою ледышку. Хороший антиэйр от Sony. Картил, картил, оп-оп. И по рукам, по ногам, по голове. Экс-картил, как антипросав. Отличная вещь. Итак, и побеждает, соответственно, Витязь. Красавчик. Натащил. Сабзира. Сабзира гнобил как мог. Ну, типа... Хорош. Женя, дай пару вообще. Окей. Свой, так, следующий играет у нас Crazy Leg против Шаолин Монка. Самван, простите. Так, сейчас... А как у нас тут коннекция даже не знала? Что? А, ну я с коннекцией. Я тоже, давай. Ну, я до одного. Раз, два, пять. Вот и все. А что это только что было? Объявление первого контроллера. Витязь выходит в финал лузеров. Так, мы смотрим сетку. Нажимаем сетку, у нас попадает поля. Я только выпадаю. Может, не могу тебе подушку сказать? Сейф такой. Финал не готов? Нет. Давай, черт. Не, да. Сейчас он играет у нас некий Самман против Шаолинь Монка. Шаолинь Монка — это наш гость из другого города, город под названием Тверь. Он находится подальше от Санкт-Петербурга, чем 100 километров. Сейчас у игроков будет Токенчевка. Делают копию, чтобы послать Лейрами. Ну, не Лейрами, а... Он их просто, она просто забыла их разложить, и получились вот такие штуки. Да, это розовая гитара, у нас перепрошитая плойка. Чтобы пить противника. Кажется, игроки не сделали ботанчек, теперь... Блин, я комментирую, а все равно же нет у них видео. Потом типа наложится, и все будет красиво. Понятно. Мы Витязь обещаем. Сам он почти не всегда играет. Ты хочешь узнать? Да. Ты играешь, победи себя со мной и... Точно могу. Ты опять забыл. Слава. С человеком Шива и Джейк. Слава. Вот, точно Слава. Слава Шива. Так. Слава Шива. Как это? Через 4 боя. Или 3. Итак, начинается матч. Лена против Кабал. Как мы видели в турнире в Америке, Рео унизила. Что происходит? Рео, это Милена, в другом году, в 2011 или каком-то. Хороший антикрасавчик через XRO MK9. Вот, так вот. Мы видим, что Милена, она почти раздета, а Кабал очень одет, и она хочет его раздеть. Контрпик. Контрпик через одежду происходит. Она использует экзовые дурацкие телепорты, которые тяжело панишить, если вы отлично два. Весь ты любой персонаж. Вот. Лена вкатывается в блок своим прокатом. Хороший экстрамаш. Дропает комбу Кабал, Милена перепрыгивает, начинает делать грязь. Свой бан-бан, раз, опа, перекат и телепорт. Она встала в другую сторону. Итак, Кабал загоняет в угол и не забывает убить ее. Если там есть вертолет с одним планом, он сгоревший, скорее всего оттуда вышел Кабал, который так там краски не горел, он зажимает Милену в углу и начинает ее подкидывать вверх, убегает в другой конец экрана. Хороший. Перебивает в воздухе Шаолинь Монк постоянно сам Вада. Выигрывает Air to Air. Неплохо. Хорошая подсечка, но тут вейкап атака, ансейв, такого не ожидали.
знаю, как ты замечаешь, кумулен это один большой ансейв. Только сами, вот опять был ансейв, его не могу сказать, потому что эти дурацкий телепорт, который не знаю как наказывает. Вот это уже можно наказывать, да. Игроки все стоят плотно, волнуются, но... И Шаолин Монг добивает эту полуголую стерву. Нормально. Два раза подряд, ну. Игроки берут матч. Я не могу, блядь, заковал. Отстань, инвалид. Я победил битву инвалидов. Игроки тут делятся, за кого болеют. Кто-то не видит Кабала, а кто-то не видит своего брата. Поэтому кто-то болеет за Кабала, кто-то за Милену. Персонажи очень интересные, редкие, на этот вопрос сцене. Метр выиграл Кабал, но Милена поймала его через кроссап и начинает. Кабал брейкает и ставит опять ансейв. Кабал не привык, что много ансейв летит в его сторону, он не хочет блокировать, но вот он пролетает через нее, закручивает, заверчивает. Второй собственный собеседник, комментатор, не хочет ей помогать, он смотрит на матч, изучает противника. Витя, что вы скажете на матчапа? Витя сегодня приготовил нам страйкера для финала. Я не знаю, о чем там. Витязь, говорит, ой. Кабал загнал Милену в угол, там забил ее. Сколько мне осталось жить? Так, Милена перекидывает Кабала, начинает делать грязь. Оп-оп, и обратно в угол. Дропает камбу, Кабал делает 5 минут дэш. Милена, опа, вот это поворот. Милен опять делает ансейв, такой миксап, разводочка, тяжелый удар и перекат. Остается в углу, закабал небольшой на троллит. Милена делает хороший air-to-air и ловит после телепорта на комбу. Елена комбит, старается, получается у него хорошо. Преимущество, кто выступает среда, огромное у Кабала. Ой, себе Лена, Кабал поймал Милену на комбу, сделал свой огромный комбу на 21%. И как-то и Милена победила. Счет 1-1 в пользу ничьей. Опять дружба. Персонажи, игроки хотят выбрать либо другого персонажа, либо другую карту. Также, возможно, хотят взять другой костюм. Милена вряд ли хочет. Нет, костюм нормальный. Я сомневаюсь, что Милена будет выбирать другой костюм. Итак, они выбирают другую карту, и это будет, наверное, The Pit. У меня сам есть какой-то костюм. Кабал, видимо, хочет поменьше карту, чтобы оставить нет, эту нет, розовую нет, разноцветную нет, девку в углу и забить ее там. Я раскусил его план. Игроки делают режим без крови, они не хотят в третьем матче делать фаталити. Кабал обеспочается, потому что у него меньше крови. Итак, мы смотрим, на этой арене стоит полная луна. Кабал выиграет нетерлит, но потом Милена использует XTP и ловит его. Кабал выигрывает Air2Air и начинает крутить. Милена крутится и кричит, очень сильно кричит. Кабал! Кабал! Кабал прилетает в блок и наказывает, но потом антикроссапом Air2Air выигрывает Милена и наказывает Кабала. Вот это была штука, да. То есть Кабал сделал выкатил дэш телепорт, а телепорт как-то запанифился. Кабал добивает чипом Милену, либо Милену силы блоска получить лишнюю полоску. Там не знаю, да, он. Шаолин Монг, он классный по кнопкам, очень быстро, походу, он вводит чипы. Готовит. Оп! Кабал опять прилетает в блок, но Мэдэша Милен не наказывает. Она не любит наказывать, она любит сама наказывать. Просто так. Кабал загоняет чипу Милену. И опять Мэдэш в блок, и Милена наказывает. Да, я знаю, это моя проблема. Кабал делает хей-хей-хей, опять другу Милена дропает уже почти на самом конце. Под конец самой комбы. Так, огромный хелл слит за Кабалом, но тут Милен ловит его на комбу, скоро Кабал дается брейк, и будет ли он брейкать, ему нечего брейкать, Милен нужна новая комба, чтобы брейкать, и
Извини! Кабал! Милена! Кабал! И Милена прилетает на сейфовый блок. И мы сейчас будем фаталить. Нет, мы взяли перкот. Милена спускают у нас в лузера. Нахрена! Отстань. Нахрена, блин, крутовство. Я перенервничал, отстань. Он тоже перенервничал. Игроки все нервничают, они не хотят себя победить, но их скилл слишком высок, они не выйдут друг друга ждать. Почему ты не наказываешь? Блин, ничего. Да я знаю, это было, наконец-то ты наказался. Следующий матч будет проходить между... Он теперь довольный, кстати. Я хотел видеть его довольный сон. Славой. Завтра приходи. Завтра я приду. Я даже все. Да. Я сажу гонять. Народ, кто-то... Я все без нас. Что мне мешает? Значит, один цель смог. Дальше у нас Слава. Так, я... Ты тоже здесь? Сэм, это чек. Там к стене как-то писать. Там третий. Я все равно второй менял тот парень, который играл. Который, да, я с ним играл. Кому как раз таки менял быстро. А можно узнать? А может, он потом еще играл? Ну, я звонил с номера, мне интересно, чем так, я тоже поменял, не знаю, я третий, сейчас проверим еще раз. Я выбирал книгу с собой. Не третий. Захват, ног, у меня все есть. Что-то как-то все проиграли Шивитер, я бы Шива. Что за фигня вообще? Да, что вы проиграли Шива? Ну вот что знаешь. Я не уверен, но там записывай. Давай, давай. Все, пробуй. Нет, там у тебя все есть. А, у меня все нормально, да? Я не трогаю. У меня первый присед сюда. Значит, ты не выключил. Просто сначала. Ну, не страшно, как мы сделаем. Да, Джейд, я тоже не играл. У вас бадмтек, нет? Ну, он Шиву, по-моему, смог совсем в другом матчапе, она ее не работает глоу, смог глоу, и не по зоне смог. Я продолжаю комментировать. Сам себя. В общем, все, давай, ты что, в зоне, все? Ты с водкой, Шива. Несчастливый костюм. Было встать, но сейчас все будет. Выбираю такого рифленого ниндзя. А, рифленый. Есть начальник? Алдовин. Смотри. Да не, там просто смог бомбу кидать не надо, а то я не успею рекавериться, странно.
забавно. Это много ад. Да, красавчик! Живо!
кусочек славка! Шира разрушился, да? Значит, телепорт слишком много блоков. Это мочак, я тоже хочу руку пожать. Я твой мочак.